немножко поболтать о жизни. Вот, хочу с вами поделиться кое-чем. Я все опять о той же книге, которую я начала читать, и над моей работой, над своим, как сказать, над своими мыслями. Я так устала, настолько спать хочу, вообще невозможно просто. Какие-то велосипедеры он там ездит. В общем, скажем так, в обществе, где мы живем, там, не знаю, в городе, еще что-то, на нас, как сказать, большое влияние оказывает вот это как раз-таки общество, в котором мы живем, общество, которое окружает нас. И возможно, что вот это, именно как раз эта социальная среда имеет огромное значение на то, что у нас вот происходит в наших мыслях, в нашей голове, как мы думаем, как мы представляем вообще жизнь в целом, скажем так. Вот. И сейчас я пытаюсь работать над своими мыслями, пытаюсь сделать все так, чтобы перестроить свое отношение, перестроить свое мнение о жизни в целом и, как сказать, поменять свое мировоззрение, скажем так. Это на самом деле сделать очень тяжело, но этого стоит, поверьте. Когда я смогу поменять свое мышление, свое мировоззрение, когда я смогу управлять своими мыслями, то тогда я смогу управлять своей жизнью, скажем так. Вот. Это на самом деле очень тяжело, это каждодневная работа, но я знаю, что я смогу, несмотря на то, что как раз-таки на эту социальную среду. То есть я, допустим, вчера дома сижу, рассуждаю, настраиваю себя на какой-то позитивный лад, и у меня уже так, я чувствую, у меня уже начинает хорошенечко так все в голове прокручиваться, работать, и сегодня мы выходим как раз-таки опять в это наше общество, которое вокруг нас живет. И видишь, всякие разные люди, негативные люди, позитивные люди. И то есть вот этот мой позитивный настрой, который я себе со вчерашнего дня пытаюсь, как сказать, выработать в своих мыслях, он начинает постепенно, как сказать, пропадать, исчезать. То есть вот эта окружающая среда, то, что вокруг меня, они оказывают еще раз огромное влияние. И нужно очень-очень, как сказать, хорошенько проработать, чтобы не поддаться влиянию этого общества. В общем, я сейчас, как вы уже заметили, начинаю так серьезно решила взяться за промывание своего мозга. Потом я эти мозги промою вам, и мы будем с вами жить счастливо, позитивно, мыслить только позитивно. Это очень важно, мыслить позитивно, потому что все, как сказать, взаимосвязано. Как вы мыслите, такие мысли, такие действия, такие вещи вы к себе и притягиваете. Если вы мыслите позитивно, то к вам и будут притягиваться позитивные всякие вещи, мысли и хорошие всякие штуки. А если же мыслить негативно, то тогда негативные вещи и будут притягиваться. Как говорится, like, как я на русском это объяснить? В общем, похожие вещи притягивают друг к другу похожие вещи. Вот, допустим, мы очень часто говорим, беда не приходит одна. Да, вот как что-то плохое в жизни случается, и потом такой, так, как сказать, круговорот всяких плохих, таких негативных моментов начинает происходить. И ты думаешь, вот, все, черная полоса в моей жизни и все такое. Нет, мы все это с вами можем изменить. Допустим, какая-то просто, допустим, что-то негативное случилось в жизни, и все у вас мысли, как сказать, мысли начинают немножко по-другому в голове. Все меняться, и вы, то есть, начинаете мыслить, то есть нужно вот в этот момент не сбить, не, как сказать, не свернуть с верного пути, чтобы вот это какой-то негативный момент, чтобы он вас не перевернул опять ваше все мышление, чтобы после вот какого-то этого момента вы начали так негативно мыслить, и вот это все притягивает к
вам какие-то негативные всякие ситуации, всякие негативные вещи и мысли. И поэтому так происходит, что один негативный момент за другим, и как комом все так получается. Вот. Когда что-то такое случается, нужно попытаться свои мысли, скажем так, построить на верный путь и в такой момент не дать никаким негативным моментам, мыслям вас сбить с верного пути. Это очень важно. Вот. Не знаю, почему я сегодня на эту тему решила заговорить. В общем, я просто хочу изменить свое мышление. И уже за вот эти 2 дня моего вот этого, скажем так, эксперимента с моими мыслями, я уже чувствую, начинаю чувствовать разницу. То есть я как-то вот так сижу, в голове все прокручиваю, прокручиваю, думаю о каких-то позитивных моментах, и мне, я прямо чувствую, у меня на душе какое-то такое получается, такое чувство такое, как-то, не знаю, чувство счастья, что ли, еще чего-то. В общем, я как начинаю о чем-то думать и прокручивать, то есть все это позитивно мысли. И у меня прям чувство внутри меня прям как-то вот такое, я не знаю, как это объяснить. Видимо, такой момент счастья позитивного или еще что-то. В общем, главное не свернуть с этого позитивного пути и прорабатывать, продумывать все время, чтобы все было в позитиве только. И этот позитив притянет еще позитив. И все эти позитивные мысли перерастут в позитивные, то есть настоящие какие-то вещи, которые там я мыслю, о которых я мечтаю и все такое. Вот. Что еще хотела сказать? Забыла. Что еще хотела сказать? Что-то про негатив хотела сказать вам. Не помню. В общем, как вспомню, расскажу. Ну, вот такой вот немножко маленький такой моментик. Я хотела сегодня с вами поделиться. Потом я с вами еще больше буду в будущем об этом разговаривать. О позитивных мыслях, о позитивном мышлении, о нашей Вселенной, которая открыта для вас, и все зависит только от нас. Так что будьте готовы. Буду промывать вам мозги скоро. Скажите только мне сразу, если вам это не нравится, то тогда я не буду даже вас трогать, буду себе мозги только промывать.